Всем привет! Сейчас мы находимся возле леса, так называемого местного заповедника. Я хотел показать обзор, как он выглядит в конце августа. В принципе, еще все деревья, все очень зелено. Ну, конечно, кое-где есть выпалено солнцем, то есть сильный солнцепек. Сейчас тоже более 30 градусов по Цельсию. Ну вот мы зашли уже в лес, как говорится, наблюдаем картину. В принципе, для конца августа неплохо выглядит лес. К сожалению, есть и обрубанные деревья. Ну, без этого, наверное, никак везде. Ну вот, мы милуемся, как говорится, краевидом местности. Ну, что еще сказать? Хороший вид. Хорошо летом и в деревне, и просто там, где в городе есть, где лес, где можно просто выйти, пробежаться, погулять. Просто остановиться и осмотреться вокруг. Всем спасибо за просмотр. С вами был Серега. Еще увидимся.